Экоактивистам провели экскурсию на предприятии компании ArcelorMittal Темиртау. На комбинате общественники пробыли около часа. Им показали работу конвертерного цеха. Все подробности в нашем сюжете. Общественники ознакомились с системой первичной и вторичной газоочисток. Демонстрация синхронной работы комплекса газоочисток с компьютера сопровождалась подробным рассказом об очистных сооружениях, действующих в цехе. Благодаря модернизации значительно уменьшилось загрязнение окружающей среды, утверждают в компании. Это, так, если мягко сказать, это завод в заводе. То есть здесь со всех сторон заходят материалы определенные, с одной стороны чугун, с другой металлолом, известь, ферросплавы. Все это здесь, как вот в борще у нас, как говорится, все смешивается. Одна плавка – это 280 тонн жидкой стали. Вот. Суточное производство конвертерного цеха сейчас в пределах 40 пар. Экоактивистов интересовало, насколько автоматизировано производство. Они убедились, что в случае выхода из строя каких-либо параметров плавка останавливается. Происходит блокировка оборудования, и производственный процесс может быть возобновлен только после полного устранения неполадок. Не впервые на комбинате. Бывал здесь много раз. Хорошо знаю техпроцесс, ну и устройство комбината, и неплохо осведомлен о системах очистки, да. Ну, конечно, интересно побывать. Как бы радует, да, что руководство Арселора пошло на, так сказать, навстречу. Экскурсии для экоактивистов на металлургический комбинат становятся традицией. Компания нацелена на открытый диалог с общественностью. Нурлан Чаусов, Аслан Демизбаев, Хабар 24, Карагандинская область.